фавориты компании. Вот в каждой компании есть фавориты, и, как правило, именно к ним прикован взор всех аналитиков и политологов. Борис Андреевич, вы кого видите в роли фаворита? Пас. Это тут без всяких вопросов, потому что Майя Санду пытается сконцентрировать весь правый фланг рядом с собой, но сконцентрировать не договорившись, не создав какую-то коалицию, да, а просто самостоятельно подминая своих партнеров. Ну, я уже прекрасно понимаю, что Андрей Настасьев со своей партией никуда. То есть не проходит, не вы проходит. Считаете? Демократам это тоже не светит. Там на правом фланге сегодня практически, ну, кроме Майи Санду, вот из серьезных политиков, в принципе, никого и нет. И электорат тех партий, видимо, увеличит представительство, конечно, ПАС в парламенте. Это однозначно. Ну и, конечно, второй основной игрок – это союз коммунистов и социалистов. Слава Богу, что он состоялся. И это действительно очень важный факт, это очень важный сигнал для всего электората Республики Молдова, не только для левого электората, потому что это у нас условное деление, правые, левые, да, у нас молдавские политические партии, если мы их будем рассматривать с точки зрения вот идеологических вот этих всех догм и прочих вещей, они не вписываются. Ну, как те же социалисты-коммунисты, да, вот типа они социалисты-коммунисты, но вот церковь у нас православная, она главная, определяющая все остальное, да, ну, тут иногда начинаешь улыбаться с точки зрения теории. Вот, ну, та реальность, вот, которая есть. Остальные все, ну, это подпевка в парламенте. Ну, партия Шора, да, действительно, они пройдут парламент. Я почему-то уверен, от 10 до 15 депутатских мандатов они получат спокойно, потому что проводят социальную политику, она понятна, особенно в сельской местности. У них есть свой электорат, который уже сформировался. Мы видели одни парламентские выборы, президентские выборы, это подтвердили. Поэтому, ну вот, и они устойчивы. В этом беспокоит электорат Рената Усатова, потому что, ладно, лидер, который непонятно куда, то он с Россией дружит, то он не дружит. То он, ну, его просто кто-то определяет к правому флангу, то кто-то еще... к левому. А у него электорат-то вот такой. Непонятно. Там нельзя сказать, вот это... А вы как? К какому вот флангу? С моей точки зрения, это очень большая ошибка, когда говорят, наша партия — это левая партия. Ничего подобного. С моей точки зрения, это мелкобуржуазная партия, в которой, ну, скажем так, основу сегодня составляет молодые люди, занимающиеся бизнесом в сельской местности и в городах и районах республики. Они составляют основу актива нашей партии. Да? Почему? Ну, потому что, ну, вот им хотелось бы занять те места, которые сегодня заняты в районах, городских вот этих советах. Да? Занять какие-то должности в примарии для того, чтобы их бизнес развивался. Это все понятно. Вот. И поэтому там вот это не давлеет у них, скажем так, какая-то идеологическая основа. Ну, честно сказать, меркантильный вот такой вот какой-то движок, но тем не менее он существует, он есть. И это беспокоит почему? Потому что это шатающийся электорат. И те депутаты, которые от них пройдут, они однозначно будут склонны к каким-то вот таким вот шатаниям. Поэтому то, о чем говорила Майя Санду, что вот если мы проведем досрочные выборы и уйдут, как там любимая фраза сегодня, токсичные депутаты, те, которые с фракции в фракцию бегали, да, все это будет и в следующем составе парламента. Такова реальность молдавской политики. Это надо трезво и ясно понимать.